Так, всем привет. Начинаем шариться по помойкам. Сейчас посмотрим, что у нас здесь визуально. Ну, визуально. Так, ничего. Крышки Coca-Cola все поснимали. Здесь у нас ничего нет. Здесь нету. Вот здесь вот какие-то проводки. Сейчас посмотрим. Если что будет, я сейчас напишу. Итак, подошел вот к очередной мусорке. Сейчас, если что найду, я вам покажу. Итак, нашел вот такую вот штучку. Баллы Coca-Cola. Это мы сейчас собираем. А это мы сейчас разберем на медиашку. Там она, видно, есть. Сейчас мы ее сломаем. Идем дальше. Хожу уже минут 20-30. Ничего не попадается. Нашел вот 14 баллов. Сейчас вот попробуем пошариться где-нибудь здесь. К какой мусорке не подойду, везде дворники. Такое ощущение, как будто они там живут. Так, сейчас вот попробуем пошариться где-нибудь здесь. Вижу уже крышечку Coca-Cola. 5 баллов. Хорошо. Здесь у нас что-то херня какая. Крыша тоже не видно. Да, не видно. Сейчас уже глянь сюда. Нашел какую-то такую хрень, какой-то бандаж. Сейчас возьмем, посмотрим. Ну и больше здесь ничего нет. Идем дальше. К сожалению, коробочку, которую нашел, оказалось какими-то бумажками. Диск, то есть, не нужно. Здесь вот я нашел какие-то рубашечки. Так. Фирма Далани. Еще какая-то рубашечка. Здесь у нас все. Так вот подошел. Нашел вот такой вот ножичек в виде зажигалки. К сожалению, не хочет работать. Дома проверим. Посмотрим. Так, сейчас будем смотреть, что у нас есть. Может, что-то или есть. Ну, здесь, судя по всему, у меня ничего нет. Здесь, как мы видим, тоже ничего нет. Да, абсолютно ничего. Так. Здесь у нас тоже ничего. Так, что мы здесь видим? Мусор. Мусор. Так. Все пусто. Только здесь уже
был. Так. Не надо. Ну и идем дальше. Здесь у нас ничего. Так, идем вот к этой мусорке. Сейчас глянем, что нам подкинули здесь. Так, вижу уже бутылочку кока-колу. Не одну. Так, одна у нас пустая. Вторая. Вот, 5 баллов, пожалуйста. Так, сумку. А, я ее уже в прошлый раз полил. Так, ну тут у нас вот веревочка хорошая, можно взять. Так. Ну, ребят, еще 5 баллов. Берем. Так, что у нас тут еще? Коробочки. Коробочки. Так, веревочка, веревочка. Веревочка, к сожалению, плохая, брать не будем. Что-то тут все закупорило. Так, здесь у нас пустые коробочки. Здесь вот мы смотрим. Какая-то куртенка лежит. Сейчас глянем. Еду видно, что уже все в каком-то говнище. Идем дальше. К сожалению, едворники сегодня не попались. Но думаю, в следующий раз где-нибудь их встретим. Это здесь у нас видно ничего. Ну, еще тряпки. Здесь, ну вот, кока-кола есть одна, но доставать не хочется, далеко. Идем дальше. Сейчас вот пошарился в этой мусорке и нашел вот такую штучку. Ну, это вот кобелек обычный. А это вот такие вот две красивые штучки. Ну, как я понял, это на очень маленькую собачку. И, ой, испачкал. О, а дедок тоже вот на маленькую собачку. Все это новое. Заберем. Может быть, кому-нибудь продаст. На мою собаку не подойдет. Я вам ее позже покажу. Он пошарится здесь. Кто не знает, в этих штучках тоже можно лазить. Один раз телефончик я уже нашел. Так, ну здесь мы видим один мусор пока. Что у нас здесь? Сожру тоже мусор.
И заглянем сюда. Ну и здесь у нас тоже ничего. Ладно, идем дальше. Пошарил тут немного в мусорке. Нашел вот такую вот алюминиевую сковородочку на сдачу. И вот такие вот Sony защитные очки. Советские. На них еще даже ценничек есть. Ну тут не видно. 1 рубль 85. Вот такие вот очечки. Нашел вот такую вот кучку аудиокассет. Стареньких, советских. Тут вот видно. Там он еще внизу. В несколько рядов. Ну сегодня как раз мне человек с Авито звонил. Хотел купить какие-то аудиокассеты. И до кучи предложу ему эти. Так, всем привет. Днем я сегодня ничего не нашел. Пришлось уйти вот вечером. И вот смотрю, здесь целая куча чехлов. Чехлы не нужны. И я тут заприметил кое-что другое. Сейчас я вам покажу. Так, нашел вот такую вот штучку. С днем рождения, Hyundai. И сейчас она, как мы видим, она целая на месте. Придем домой, проверим, покажу. Так, и тут вот в тут же следующей помойке, как мы видим, тут опять два пакета с чем-то лежат. Сейчас мы их вот что-то там виднеется. Это а? Я ничего не делал. Ну это мы тоже сейчас возьмем. Тоже что-то есть. Это что? А? Это что такое? Ну, конкуренты. Так, в тех пакетах ничего не оказалось. В принципе, мягкая игрушка была, что-то еще. Ну, не столь важно. Обзор я покажу еще попозже. Сейчас мне надо зайти на почту. Сегодня на Авито заказали машинку советскую. За 800 рублей купили. Вот сейчас здесь вот в почте я ее буду отправлять. Сейчас я маленькое коротенькое видео сделаю. Что за машинка? Посылку я, к сожалению, сейчас не отправил. Отправлю ее чуть в другом магазине. Ой, на почте. А вот такую вот машинку железненькую. Почти в нулевом состоянии я буду отправлять. Купили за 800 рублей. Вот сейчас мы, сейчас вот где-то на помойке был, нашел вот целую кучу пластиковых карт. Там он еще целую кучу их валяется в рюкзаке. Ну пока все, ну все сразу выложу в конце видео. Так, мы подошли с вами на очередную мусорку. Сейчас мы вместе с вами глянем, что нам тут подкинули. Ну, здесь нам ничего не подкинули. Так, ну что я могу сказать, ребят? Надо, наверное, копать. Так, ну здесь мусор. Мусор. И здесь у нас тоже мусор. Вот. Ах, нет. Здесь у нас ничего. Сейчас заглянем еще вот сюда. К сожалению, тут все перепорошило. Но... попробуй что-нибудь. А не, тут у нас ничего нету. Идем дальше. Итак, ребят, подошел. Нашел вот такой фен. Возьмем на запчасти. Но это не самое главное. Здесь у нас, похоже, лежит мониторчик. Или от него коробка.
Ну, сейчас мы его выковырим и расставим. Да, ребят, к сожалению, это одна коробка. Но саму материнку мы сейчас вытащим. Так, это возьмем. Здесь, кстати, еще нашел магнитолку какую-то. Сейчас ставим вот такую вот магнитолку кассетную. Ну, так, это мы берем. Сейчас посмотрим, что у нас может быть здесь, что будет. Ну, вот такая вот свечечка есть. Ну, мне она не интересна. Вот такой вот зарядничек есть. Это мы берем. Ну, сейчас мы тут. Вот так вот. О, сколько свечек тут. Всяких разных. Красные, желтые. Такая какая-то большая. Такие маленькие. Так. Так, бижутерия какая-то, возьмем, потом посмотрим. Так, это подсвечку, подсвечку, еще одна свечка. Это все пустое, щелки. Кому надо. Так. Так, что у нас тут? Не знаю, что это, но что-то есть. Отложим. О, так. Тут у нас очечки. Всякие часики, бижутерия. Берем. Еще бижутерия. Ну, на серебро не похоже. Ну, берем. Так. Шлёчек. К сожалению, пустой. Ну, довольно красивый, возьмем. Еще бижутерия. Это у нас, не знаю что. Ну, это что-то наподобие флешечки. Ладно, дома посмотрим. Деда тут что-то видел. А, вот это. Щены. Сережечка тоже бижутерия. Так. Ну, это мне не надо. Так. Так, свечка. О, а вот и первый телефончик есть. Nokia. Берем, конечно. Здесь, о, тут их даже два, ребят. Два телефончика. Так, тут еще вот бижутерька. Сейчас мы ее тоже возьмем. О, тут ее даже много бижутерки. И часики, телефончик. Все, на проверочку дома будет. Так, вот эти вот штучки. Возможно, они серебряные. Берем вот эту штучку. Да, тоже берем. О, ребят, браслетик Пандора.
Ну, возможно, левая, потому что, а может быть и нет. Дома я вам покажу, потому что здесь не видно, но проба, по-моему, стоит. Да, проба стоит, вроде как. Я думаю, отдельных кармашек сейчас уберу. Шарма. Шарма надо брать. С ними. Кому надо трусы, подходите, забирайте. Жвачка. Очки. Ежедневничек. Сейчас мы его листанем. На этом все. Забираем то, что есть, и уходим. Да ладно. Пока ушел, нашел еще двух кусочек. Сейчас мы быстренько глянем. Даже ребят, пуховичок женский и очень даже хороший. Я бы сказал, новый. Возьмем. Посмотрим, что тут. Так, ну, ботинки такие мне не нужны. Лампочка. Сердечко. Так, этот фен я сейчас возьму. Там где-то фен уже. Забираем. Так, скотчик. Скотчик возьмем. Так. Это у нас фена. Возьмем. Что у нас еще? Это я не знаю, что. Это проволочка какая-то. Сейчас мы... Так, вот он. Сам фен. Не знаю, от него ни от него. Ну, посмотрим. Ладно, ребят, сейчас я отключусь и потом покажу, что тут еще есть. Так, ну вот я и пришел домой. Здесь у меня целый рюкзачок, целый пакет. Вот мне шарик мой встречает. Да, шарик? Шарик, да, Тёма, Тёма. Ну, ой, пёс у меня. Сейчас я кофе себе налью, ты все и кофе себе налью, и начнем обзор. Так, ну сделаем быстренький обход моих находок за один день. И так вот, видели, попалась вот такая вот колоночка. Поставил ее на зарядочку. Красная лампочка горит, но почему-то ничего не происходит. Ничего не включается. В такой вот коробочке, к сожалению, пульта от нее не было. Ну, попробую потом разобрать. Может быть, заработает. Далее вот такой вот скотчик, пригодится. Был вот такой вот фен в плачевном состоянии. Ну, его пущу на разбор. Тут вот целая куча от него штук. Ну, даже не от него, но тоже на вопрос пойдет. Две вот такие вот уставшие мышки. К сожалению, мне они не нужны. Уставшие, да. Но тоже выкинем. Так, это фигня. Ну вот, кошелечек был такой. Но, к сожалению, мне тоже он не нужен. Выбросим. Была вот такая вот щеточка. Работает от батареек. Пока не проверял. Попозже проверим. Так. Была найдена вот такой вот крышечек, 80 с чем-то баллов,
неплохо. Так, была вот целая кучка вот такой вот бижутерии. Не знаю, серебра тут нету. Ну, обычная бижутерия. Пускай валяется. Ладно. Так. Далее был вот такой браслетик Пандора найден. Ну, плохо видно. Но браслетик Пандора. Ну, что-то меня смутило. На видео не видно, но... У него тут на некоторых местах отсвечивает розоватый цвет. Возможно, это медяшка. Ну ладно, попробуем почистить. Посмотрим. Далее была вот такая вот латунная штучка найдена. Так, вот такой вот подсвечничек типа. Ну, узнаем, может быть, это что-нибудь старенькое. Может быть, что-то и стоит. Далее вот такая вот коробочка. Не знал, что это. Открыл. Сейчас мы... Там оказалась такая вот коробочка из 12 мелков. Вот. Новенькая коробочка. Мелочки. Ну, возьмем. Их, по-моему, пригодится. Так. Далее вот такая вот. Два костюмчика на собачку. Довольно красивые. На какую-то маленькую собачку. Так, и вот еще один вот такой вот Адидог. Тоже лапки тут просовывать. Ну, тоже взяли. Может, кому не понравится. Так, поводок. Так, вот видели, вот такой вот ножичек был. Оказался довольно-таки нормальный. Как видите, работает. Заправил. Тоже работает все нормально. Так, ну это от самого браслета вот тут шармы какие-то. Ладно. Вот такие вот очечки. На них ничего не написано. Никакого названия, но возможно выкинем. Далее вот такая вот платка. Модельку вот видите. К сожалению, ничего на платке нету. Но возможно сдам на улом. Или пускай пока валяется. Ладно. Ну, вот такие вот весы большие были. Скарлер. Но пока не проверял. К сожалению, таких вот батареечек пока не нашел. Как найду, проверю. Пускай лежит. Была найдена такая вот магнитолка. Сейчас вот моделька вот. Вот такая вот. Рабочая, не рабочая, не знаю. Как проверять, не знаю. Тут вот что-то, какие-то провода оборваны, еще что-то. Ну, в таком вот состоянии. Возможно, кто-нибудь возьмет на запчасти. Ладно. Идем дальше. Так, ну это на медяшку сдан. Вот такая вот целая куча пластиковых карт. Была найдена. Я их тоже собираю. Нет, люди покупают карточки пластиковые. Так, ладно. Был найден вот такой вот красивый медвежонок. Очень даже красивый. Состояние идеальное. Тоже возьмем. Может быть, кому-нибудь понадобится. Так, идем дальше. Два вот таких вот светодиода на машину. Ну, они там внутри. Так, вот. Сейчас вот еще вот одна коробочка была. Две вот коробочки. Вот такие вот две небольшие коробочки. Пока не проверял. Возьмем зарядку на 12 вольт. Попробуем проверить. Ладно. Далее были найдены такие вот сережечки. С виду похоже на серебро. С виду по цвету. С виду похоже на серебро. Но, к сожалению, пробы никакой нет. Ничего нет. Ну, пускай вот пока валяется. Может быть, проверим потом. Ну, такая вот флешечка была найдена. На компьютере у меня почему-то показывает
14 килобайт. Не знаю, что за флешка, но рабочая. Ничего на ней интересного нету. Ладно. Был найден вот такой вот телефончик. Даже два. Были они, как видели, два вместе. Этот при включении выдает вибрацию, но, к сожалению, не загорается. Что за моделька, не смотрел. Ну, вот такая вот Nokia. Был вот такой вот HTC. Пробовал заряжать. Батарейку зарядил. Но, к сожалению, что-то он не включается. Что с ним? Не знаю. Экран был, как видно, треснут немножко. Ну ладно, пускай пока валяется. Дальше посмотрим. Так, вот, ну это проводочки, это всех бывает. Ладно, пускай валяется. Это вот какой-то адаптер. Ну, его я на разбор пущу, ладно. Так, вот тоже две вот небольшие такие платки. Платки нет-нет, я собираю. Вот здесь вот видно позолотка. Это мы все берем. Возможно, вот в этих тоже будет там внутри позолотка. Разберем, посмотрим, что там есть интересно. Так, ну это еще один проводок. И вот была найдена вот такая вот женская курточка. Довольно-таки симпатичная курточка. Но с виду состояние вообще идеальное, как новое. Сейчас посмотрим, что за марка. Это какой-то вот же ультра, размер 38. Но есть вот небольшой недостаток. Сейчас покажем. Так, вот здесь вот где должны пуговицы. Ну, не пуговицы, а вот эти вот застежки, которые идут. Тут вот, вот как мы видим, где-то в самом конце, вот тут. Так. Вот есть вот две такие дырочки. Здесь, как я понял, тоже были вот такие вот застежки, но отсюда они, видимо, оторвались. Все остальное в идеальном состоянии. Все на месте. Возможно, продам рублей за 500-600 на Авито. Ну, на этом все. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь на канал. Дальше будет намного интересней.